Всем привет! Вы на канале Домашнее подворье «Прибыльное хозяйство». Итак, продолжаем развивать тему «Мой дом, моя крепость» и «Источник благополучия». У меня есть сад. До недавнего времени я занималась его чисткой. Почти все под корень, так как лечить смысла не было. Теперь этап заселения новыми питомцами. Задачи, сами понимаете, не на один год. Значительную часть сада отвела под виноградник. Теперь подбираю сорта. На канале уже есть видео распаковки саженцев винограда от Захаровых. Это еще одна посылка этого сезона с черенками. Виноградник Узима Руслана Николаевича. У него заказываю не в первый раз. Умничка! Золотые руки! Посмотрите сами на силу! Саженцы крепкие, со здоровой и сильной корневой системой. Лозы вызрели. Самое то для моего виноградника. Настоящие богатыри! Единственный минус – очень поздняя отправка. Получила только 21 ноября. На юге Украины пришли холода, сильный ветер и мороз минус 10. Хорошо, что посадочные ямы приготовили заранее и укрыли. Чуть потеплело и быстренько определяем новоселов по местам. Окно в 2 дня, а дальше несколько дней подряд дожди. Остальное можно доделать весной. Теперь коротко расскажу вам, какими сортами я дополнила свою коллекцию винограда. Оговорюсь, что еще 2 сорта заказала с другого виноградника. Фото винограда не мои, свои начну выкладывать весной. Сорта ультрараннего срока созревания. Ромбик. Атос. Гарольд. У меня уже есть Гарольд, но соблазнилась и заказала еще один кустик. Кыш-мыши, Белис, Юпитер, Столетие и Лучистый. Раннего срока созревания Бажена, Байконур, Эверест, Фуршетный. Ну и осенние королевы. Надежда Азас. Надежда Укрнии. Белика. Памяти Негруля. На этом и заканчивается сезон 2019. Все питомцы моего виноградника ушли в спячку. Ставьте лайки, если видео было вам полезным. Подписывайтесь на мой канал. Впереди много всего интересного. Спасибо за внимание и до новых встреч!